И на тему культурную. В картинной галерее «Восток» проходит персональная выставка Екатерины Разумовой «Созерцание». О том, как проходило открытие, смотрите в нашем следующем сюжете. В галерее «Восток» проходит уже вторая выставка Екатерины Разумовой. Правда, две эти выставки разделило без малого 3 года. И если тогда, 3 года назад, на выставке были представлены академические портреты и натюрморты, то сегодняшняя выставка воплощает собой внутренний мир автора. Название выставки – «Созерцание», причем созерцание это направлено не на внешний мир, а на внутренний, причем не только Екатерины, но и членов ее семьи. Так, по признанию самой Екатерины, идеи многих картин приходят ее мужу, и уже потом она их воплощает. Также Екатерина рассказала, что свое вдохновение она черпает из своей собственной жизни. Так, например, совсем недавно она узнала, что ее папа уже 20 лет как пишет стихи, и его дебют по настоянию дочери состоялся на открытии выставки. А нам с вами остается поучиться искать вдохновение в окружающих нас вещах. А начать можно из выставки Екатерины «Созерцание». Андрей Данилов, программа «24 МИАС».